Зеленая тревога. Раз, два, три, стартуем дружно. Мы туда, где снова беда. Чтоб этот мир зеленый защитить. Мы команда друзей отважных. Столько дел полезных и важных нужно нам сегодня совершить. Эко-мен. Не бросайте мусор на землю. Пользуйтесь уличными урнами. Стоп, снято. Так, загружаем в интернет. Флора, твои видео становятся все популярнее. Давайте снимать еще. Что у нас дальше, Бак? Ролик о том, почему нельзя запускать в небо воздушные шарики. Ребята, вообще-то у меня еще полно дел. Может, завтра? Флора, твои видео помогают природе. Чем больше мы снимем, тем лучше. Ну хорошо, минутку. А? Какой-то Экомен прислал нам ссылку на свой ролик. Леди Фокус, остановись! Кормить уток хлебом нельзя, они могут заболеть. Кто это сказал? Я Экомен, супергерой на страже природы. Не знаю, откуда этот Экомен взялся, но он молодец. Кормить уток хлебом и правда нельзя. А вот это уже перебор. Зеленая тревога. Зеленая тревога. Флора, я протестую. Новый член твоей команды, этот Экомен, забрал у меня все батоны. Вообще-то, Экомен не из нашей команды. Ребята, на канале Экомена новое видео. Перевожу на главный экран. Растениям нельзя вредить. К счастью, у них есть защитник. Я Экомен! Ферни, зачем ты выкапываешь эти милые кустики? Прекрати! Что? Это картошка вообще-то. А ты спросил у картошки, хочет ли она, чтобы ее копали? Этот Экомен говорит правильные вещи, но поступает, как бы это сказать... Глупо. Глупо и вредно. Его нужно остановить. И мы остановим! У природы беда! Команда Флоры спешит туда! Сила Лианы! Сила Репейника! Сила Лотоса! Сила перекати поля! Сила клевера! Сила Флоры! Этот ваш Экомен уже улетел. Он не наш. Утащил, понимаешь, мою лопату и сломал газонокосилку, чтобы я не стриг траву. Срочный вызов от таксиста. Флора, ну это безобразие! Такого даже мой дедушка представить себе не мог. А уж он повидал всякое. Этот ваш Экомен, он не наш! Испортил мне шины! Сказал, что автомобили вредят природе! Внимание! На канале Экомена новое видео.
Извини, таксист. Беатрис, показывай. Турист, ты чуть не раздавил солнечный колокольчик. Редкий вид цветов. Простите, я не заметил. Я придумал, как сделать цветочки более заметными. Теперь все сразу заметно. Никто не наступит. Этот Экомен не понимает, что делает. Солнечным колокольчиком очень важно получать солнечный свет. Теперь они завянут. Ребята, отправляйтесь в лес и спасите цветы. А я разберусь с Экоменом. Я поняла, кто это. Инженер, я все знаю. Очень самоуверенное утверждение, Флора. Даже умнейшие из нас знают далеко не все. Экомен, это ты. Смотрите. Я-то думал, вы за природу. А вы против! Вы недостойны быть членами команды Флоры! Экомен носит турборанец. Только ты мог создать такую штуку. Ну, кроме меня, конечно. Но я не Экомен. Ну да, турборанец сделал я. Для блогера. Так значит, Экомен – это блогер? Его надо остановить. Это будет непросто. Видишь ли, кроме турборанца, я сделал для него еще одну очень крутую... Как же он это сказал? Ага, штукенцию! Лиана, хват! Сделай захват! Не переживай, Флора. Через 2 часа силовые пузыри лопнут, и чудо-растения освободятся. За 2 часа блогер может натворить еще много бед. А я даже не знаю, где его искать. С чего он вообще решил стать Экоменом? Ну, он говорил, что его вдохновили твои ролики. Говорил, что мечтает стать членом твоей команды. Экомен, я посмотрела твои ролики. Ты лучший защитник природы в городе Зеленом. Только ты можешь помочь мне спасти эти деревья. Лора, я не подведу! Надеюсь, блогер мне поверил. Флора, я установил тебе генератор силовых пузырей, как у него. Флора! Я тут! Блогер, постой! Я хочу с тобой поговорить! Это ловушка! Ты хочешь меня остановить? Значит, ты тоже против природы! Слушай меня, блогер! Ты не прав! Я не блогер! Я Экомен! Тот, кто помогает природе, не может быть неправ! Может! Если он не потрудился подумать! Думать нет времени! Нужно действовать! Простите, ребята, я слишком увлекся и не подумал, что мои подвиги кому-то навредят. Защищать природу – это хорошо, но нужно делать это с умом, блогер. Беатрис, расскажи об этом, пожалуйста. Иногда люди, пытаясь заботиться о природе, наносят вред другим людям или даже самой природе. Чтобы этого не случилось, нужно изучать экологию, читать книги, посещать
посещать кружки и слушать опытных защитников окружающей среды. Я правда хочу помогать природе, только не знаю как. Ну, ты можешь вместо меня сниматься в экологических роликах. Да, у тебя отличный образ, но сначала нужно все исправить и вернуть леди Фокус ее палочку. Ha ha ha!